Глава Чувашии сегодня находится с рабочим визитом в Москве. Михаил Игнатьев принял участие в заседании Государственного совета, которое провел президент Владимир Путин. В этот раз в Георгиевском зале Кремля обсуждали меры по развитию малого и среднего бизнеса. С подробностями Родион Архипов. Расставляя приоритеты, он порекомендовал главам регионов не отталкиваться от малого бизнеса, как от чего-то лишнего. Необходимо создавать все условия для развития малого бизнеса, минуя коррупционные схемы. В настоящее время 18 миллионов человек трудится в малом бизнесе. За 5 лет есть все шансы реализовать и покрыть потребности рынка с его помощью. Прозрачность ведения бизнеса должна создаваться на местах в регионах. Он также отметил, что не должно быть резкой налоговой нагрузки в регионах. Что касается проверок малого бизнеса, необходимо отметить предыдущие опыты, в частности 2014 года. Эту рекомендацию он дал Генеральной прокуратуре. Представителям малого бизнеса необходимо занять свою нишу как на российском рынке, так и на зарубежном.